Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Бой в Яванском море В начале 1942 года японские экспедиционные силы продолжали активно продвигаться на юг, все в большей степени приближаясь к Австралии. 15 февраля японцы оккупировали порт Полимбанк на Суматре создав угрозу для Явы с Запада. У голландского контрадмирала Доормана в Батавии, Джакарте, куда он привел уцелевшие после боя 4 февраля у Баликпапа на корабли, были крейсера Ява, Рютер и Трамп. Усиленные английским тяжелым крейсером Эксетер и австралийским легким крейсером Хобарт, это соединение, которое включало также шесть американских Три голландских и несколько английских эскадренных миноносцев 14 февраля пытались атаковать японский конвой в проливе Банги в южной части Явы. Один эскадренный миноносец наскочил на мель и погиб. Остальные корабли подверглись налетам авиации, и им пришлось вернуться в базу, хотя они и не получили тяжелых повреждений. Через несколько дней к ним присоединился тяжелый крейсер «Хьюстон». 18 февраля японцы высадились на южном побережье острова Бали. На острове имелся аэродром, и он позволял контролировать выходы из Явайского моря в этом районе. 19 февраля японские авианосные ударные силы нанесли удар по базе «Дарвин» в Северной Австралии, уничтожив два английских корабля с боеприпасами, эскадренный миноносец Перри и все самолеты, находившиеся на местном аэродроме. Ночью 19 февраля в проливе Бадунг адмирал Доорман совершил еще одну попытку атаковать два японских транспорта, эскортируемых четырьмя эсминцами. Корабли союзников провели атаку тремя волнами — но японцы не потеряли в этом бою ни одного боевого корабля или транспорта, в то время как атакующие лишились нескольких миноносцев, а крейсер Ява получил повреждения. Еще одной неудачей стало уничтожение японской авиации гидроавиатранспорта Ленгли, следовавшего в порт Челачап на Яве, а затем военного танкера Пекос, на котором спасенный экипаж Ленгли пытались эвакуировать на Цейлоне. Из более чем 900 человек, находившихся на борту танкера, удалось спасти только 220. Второй авиатранспорт, «Свич», благополучно прибыл в Чалачап, но его самолеты практически не смогли принести пользы. Японцы, охватив Яву со стороны Бали на востоке и с Суматры на западе, готовились к нападению. Командующий морскими силами союзников адмирал Гелфрих старался использовать все имевшиеся в его распоряжении средства, чтобы остановить наступление. Англичане предлагали отвести военно-морские силы, чтобы иметь возможность использовать их в будущем, но голландцы были полны решимости сражаться. Тем не менее, подавляющее превосходство японцев в авиации было очевидным, и одними только силами флота остановить их неудержимые наступления было невозможно. 27 февраля когда запасы топлива почти совершенно истощились, Гелфрих согласился отвезти английские крейсера «Драгон» и «Даный», эскадренные миноносцы «Тенедос» и «Скоут», австралийский крейсер «Хобарт». Из имевшихся у адмирала Дормана 13 американских эскадренных миноносцев только 4 оставались в боеспособном состоянии. Также в его распоряжении имелись поврежденный крейсер «Хьюстон», английский крейсер «Эксетер», австралийский крейсер «Перс» и три эскадренных миноносца, а также голландские крейсера «Де Рютер», «Ява» и два эскадренных миноносца. Не считая подводных лодок и немногочисленных самолетов, это были все военно-морские силы, которыми могли встретить наступление противника. После полудня 26 февраля пришло сообщение, что большой японский конвой следует курсом на юго-запад недалеко от побережья Борнео, остров Калимантан. По всей видимости, японцы собирались высадить десант на северном побережье Явы. Разнородное соединение адмирала Дормана получило приказ выйти в море, провести ночную атаку, а затем отойти к Танжунг-Приок у западной оконечности Явы. Приказ требовал атаковать противника до тех пор, пока он не будет уничтожен. Однако это выходило за пределы возможностей используемых для атаки кораблей. Последовавший бой позднее получил название боя в Яванском море. 26 февраля после полудня эскадра вышла из порта Сурабая. Утром следующего дня она подверглась бомбардировке, но обошлось без потерь. Около полудня Дорман сообщил, что личный состав дошел до полного истощения сил и корабли следуют обратно в Сурабаю, чтобы предоставить экипажам некоторый отдых. Когда корабли уже входили в гавань, Дорманы до известили, что несколько десятков транспортов противника под эскортом крейсеров и эскадренных миноносцев находятся приблизительно в 60 милях к северу от Сурабаи, а в 40 милях от них находятся крупные силы прикрытия. Голландский адмирал немедленно лег на обратный курс, и приказал остальным кораблям следовать за ним. Выйдя в открытое море, соединение легло на северо-западный курс. Благодаря хорошей видимости, корабли вскоре были обнаружены противником, и в 15.30 произошел первый воздушный налет. Потерь не было. Адмирал Дорман запросил с берега воздушное прикрытие, но его нельзя было выделить. Крейсера «Дерютер», «Эксетер», «Хьюстон», «Перс» и Ява шли к эльваторным строям. Английский эскадренный миноносец «Электро» шел впереди колонны кораблей. Дерютер с бортов прикрывали миноносцы «Юпитер» и «Энкоунтер». Американские эскадренные миноносцы шли в конце колонны, а два голландских эскадренных миноносца в двух милях слева от них. Это был неудачный порядок для ведения боя. Эскадренные миноносцы следовало расположить впереди более тяжелых кораблей, как для их охранения, так и для того, чтобы занимать позицию, удобную для торпедной атаки. Однако эскадра шла слишком быстрым ходом, и изношенные машины миноносцев не позволили им вовремя занять предназначенное в строю место. Около 16.00 корабли противника в составе 4-7 крейсеров, двух тяжелых кораблей и 13 эскадренных миноносцев были обнаружены слегка справа по носу. В 16.16 .16 японские корабли открыли огонь с максимальной дальности, и крейсера союзников повернули влево, чтобы встать к противнику бортом и навести на него все свои орудия. Корабли обоих противников некоторое время шли сходящимися западными курсами. Японцы были несколько впереди, и дистанция в ходе боя постепенно уменьшалась. Приняв бой, адмирал Дорман нарушил распоряжение, так как ему было приказано атаковать противника ночью. Поначалу японские снаряды падали вокруг крейсеров союзников и не причиняли им заметного ущерба. Затем японские эскадренные миноносцы с большой дистанции провели торпедную атаку. Чтобы уклониться от торпед, корабли союзников отвернули к югу, и вскоре после этого крейсер Ява получил попадание снаряда. Артиллерийская дуэль продолжалась до 17 часов 10 минут, когда японские эскадренные миноносцы произвели еще одну торпедную атаку. Во время маневрирования снаряд попал в машинное отделение крейсера «Эксетер», и его скорость уменьшилась до 15 узлов. Один из голландских эскадренных миноносцев получил попадание торпеды и затонул крейсера союзников снова повернули на юг, чтобы уклониться от торпед. Но Дерютер отстал, вероятно, стремясь сократить дистанцию боя. Австралийский легкий крейсер «Перс» и два эскадренных миноносца поставили дымовую завесу между противником и поврежденным «Эксетер». В это время Доорман приказал провести контратаку. Один из миноносцев вошел в дымовую завесу, чтобы выполнить это приказание, но был встречен прямым огнем трех японских эскадренных миноносцев. Получив большое количество попаданий, миноносец затонул. Второй голландский миноносец также пытался выполнить приказ до Ормана, но корабли противника уже отвернули и скрылись в наступивших сумерках. Еще один голландский эскадренный миноносец получил повреждение от собственной глубинной бомбы, которая случайно упала за борт и взорвалась под кормой. Крейсера Доормана снова повернули на север, чтобы возобновить бой. Они вышли из домовой завесы на расстоянии около 10 миль от японских крейсеров. Управление кораблями осуществлялось только с помощью прожектора, так как радиостанция на Дерюйтер была повреждена. В течение получаса Дорман передал с флагмана несколько противоречивых указаний. Американские эскадренные миноносцы, не вполне понимая, что хочет от них командующий, произвели торпедную атаку с большой дистанции, что заставило японские корабли отвернуть. Наконец Дорман подал сигнал следовать за ним и направился на северо-восток. Затем, после непродолжительной стычки в темноте с крейсерами противника, соединение вновь повернуло на юг и а последовало в направлении к Сурабае. Японские самолеты продолжали следить за ним, сбрасывая осветительные бомбы. Около 21.00, недалеко от побережья Явы, у американских миноносцев закончилось топливо. Все торпеды были израсходованы, и командир группы миноносцев принял решение идти в Сурабаю за топливом. Там они нашли Эксетер и Уайт де -Вич, которые прибыли туда после боя. Четыре крейсера и два английских эскадренных миноносца все еще продолжали поиски противника. Один из этих миноносцев, Юпитер, около 21 часа 25 минут, неожиданно был поврежден подводным взрывом, который приписали торпеде, выпущенной подводной лодкой. В час тридцать Юпитер затонул. Крейсера при движении курсом на север обнаружили остатки личного состава эсминца, затонувшего после полудня. Второй миноносец, «Энконтер», получил приказание подобрать людей и доставить их в Сурабаю. Крейсера остались без эскорта, под непрерывным наблюдением противника и практически без связи. Тем не менее, Дорман считал необходимым выполнять данные ему приказания и продолжал попытки найти и атаковать японские корабли. В 23.15 эскадра встретилась с японскими крейсерами Нати и Хагуро. В последовавшем бою Дерютер получил в кормовую часть попадания, которое заставило его отвернуть в сторону. Ява последовал за ним и получила попадание торпеды. Почти одновременно в Дерютер тоже попала торпеда, и оба корабля оказались охвачены пламенем. Через несколько минут Дерютер затонул. Гибель Явы никто не наблюдал, но, по всей видимости, это произошло вскоре после гибели Дерютер. Уцелевшие Хьюстон и Перс, которые уже израсходовали большую часть боезапаса, в соответствии с полученным перед боем приказом, вернулись в Танджун-Приок. Дорогие друзья! вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.